Как в кино. Ух ты! Эх, упустил кто-то. Зацепились. А где малыш? Малыш! 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 Ты где? Малыш! Пропал! Среди бела дня! Он здесь! Малыш, слезай! Ну, смотри, я сейчас сам к тебе залезу. Ну что вы там застряли? Малыш, спускайся! Эй, слезайте! Дружок, а ты чего? Спускайтесь! Интересно, а на что они уставились? Погодите, я с вами! Ой, а дальше? Ну вот, на самом интересном месте. Бежим домой. У нас же ремонт, мама просила нас гулять. Тогда к Тимохе. Тимоха, открывай! Эй, Тимоха, пусти! Что же делать? Тимохи нет, дома ремонт. А что, если мы возьмем и вытащим телек во двор? Ага. Ух ты, пух ты! Мама! 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 Можно смотреть телевизор? Что, что? Мы хотим взять телевизор! Что вы хотите взять? Телевизор! Ой, конечно, милая. Берите, что хотите, и погуляйте, погуляйте. Давай, Роза! Давай, Роза, спускай! Давай, давай, давай! Есть! А где кино? Да смотрели, гвоздь мне в кеды. Ну как же так? Телевизор не показывает без антенны. Значит, надо сделать антенну. Малыш, я возьму твою от лунохода. Лиза, давай твои шарики. Роза, проволоку. Да. Держи, Гена. Готово. Держи. Отпускай. Дружок, не зря у тебя пятерка по физре. Тащи свой суперклей сюда. Сейчас мы нашу антенну так приклеим, не оторвешь. Быстрее, Геночка, быстрее, а то фильм кончится. Роза, малыш, тащите нас! Помогите! Улетаем! Мамочки! Мама! Папа! Сос! Помогите! Сос! Улетаем! Сос! Лети! Мама, снимай на видео! Минута славы! Ой! Мы гуляем! Пухты, как в кино. Атака клонов. Есть. Не понимаю, почему дьявол
девочка так боится? Это же ее братик. Потому это уже не настоящий Бват. Его давно похитили. Инопланетяне оставили вместо него клона. Ух ты, пух ты. А в нашей семье тоже могут быть клоны? Не глупи, это все сказки. Клонов не бывает. Да неужели? А может, мы уже в вашем доме? И совсем рядом с вами? Прекрати, дружок, глупая шутка. Забудь про дружка, его уже не вернешь. Хватит, а то все маме расскажу. Попробуй, все равно вам никто не поверит. Глупым детям никогда никто не верит. А тем временем мы по очереди подменим тебя, потом тебя, потом всю вашу семью. Что это значит? А ну, развяжите! Сейц, гуманоид, сначала ты должен вернуть нашего двушка. Так, где вы его пьячите? Совсем с ума сошли? Про клона это шутка была? Так мы тебе и поверили. Эй, кто-нибудь! Тут малышня заигралась! Ты, главное, не дергайся. Все равно дома больше никого нет. Да не клон я, проверьте меня, я настоящий! А помнишь, в телевизоре говорили, что клоны боятся громкого шума? Это мысль. Включай. Не, беловато как-то. Нужно громкости добавить. Не выдержал. Значит, клон. Такого никто не выдержит. Ах так? Ну тогда давай продолжим плавелку. Теперь что? В кино показывали, что клоны сладкое не любят. Вот глупые пришельцы. Такая проверка мне нравится. Тогда молчи и лопай, гуманоид. Тебя и выдал, инопланетянин. А ну, говори, где двужок? Я дружок. Что он мямлит? По-моему, он просит еще одну проверку. Ну, вас так, можно повести последнюю. Самое опасное для нежной кожи пришельца – обычная вода. Хватит! Это уже не смешно! Я же утону! Хорошо, да, я пришелец, гуманоид, марсианин. И не просто пришелец, я император межгалактических захватчиков. Мозговыми волнами я подал сигнал моим кораблям. Сейчас прибудет целая армия клонов. Генка, как же я тебе рад! Развяжи скорее, а? Совсем совесть потерял. В школу не пошел, малышей обижаешь. Что за... как? Что здесь вообще творится? Расслабься, гуманоид. Тебе понравится. Красота требует жертв. Жидкость закончилась. Как не вовремя. Потерпи. Мама новую купит и вечером принесет. Какое потерпи? Скоро Тимоха зайдет. Мы в кино с ним идем. Нельзя, чтобы он видел меня такой... такой... некрасивой. 6, 7, 8, 9. Гена, ты не отвлекайся, я на минуточку. Ну вот,
все сначала. Фу, надымил. Я только возьму этот, как его? Ацетон. Роза, я же просил не трогать мои реактивы. Тебе что, жалко, что ли? Мне же всего 3 капельки нужно. Ну, 2. Одну. Мне очень-очень нужно. И не входить. Не дал. А времени совсем нет. Как же мы пойдем с Тимохой в кино? Лиза, может, ты попросишь у Гены ацетон? Не даст. Это же реактивы. Что же делать? Ухты-пухты. А кто сегодня со мной будет играть? Оза. А я в библиотеку. Удачи! Малыш, ты в шпионов играть любишь? 7, 8, 9, 10. Что, уже открыть некому? Нашел! Странно, никого. Эй! Кто здесь? Что там такое? Я же ключи забыла! Малыш, что ты здесь делаешь? Я... Осторожно! Ацетон? Он же на полке стоял. Мне же всего 3 капельки нужно. Ну, рассказывай. Мы с Розой в шпионов играли. Я провалил миссию. Угу, понятно. Мне вот теперь интересно, кто все это убирать будет. Только бы никто не увидел меня с такими ногтями! Роза, ты меня встречаешь? Нет, то есть, да. В смысле, привет, Тимоха. Как дела? Дела хорошо. А что ты прячешь? Ничего. А что мне прятать? Тогда в кино? Ты поезжай, а я не могу. Почему? Это она, агент Малыш, наручники. Класс, вы меня выручили, спасибо. Теперь ваша миссия — уборка. Как? А кино? Эй, красота требует жертв. Кто красивее? Лиза, сегодня твоя очередь со мной гулять. А? Ты что, не видишь? Я уроки делаю. Иди с Лозой погуляй. Она как раз куда-то намылилась. И ничего и не намылилась. Я читаю. Интересненько. К чему тогда весь этот боевой класс? Девушка всегда должна быть красивой, чтобы встретить свою судьбу в полном вооружении. Вот вдруг сейчас раздастся звонок в дверь, я открываю, а на пороге, например, настоящий Брэд Питбуль. А он что, номер квартиры перепутает? Ничего смешного, представляешь? Он видит меня и, ошеломленный моей красотой, приглашает меня на главную роль в фильме. Звездный дебют Барбоскиной в новом фильме Брэда Питбуля. Барбоскина!
по-твоему, кто? Я самая настоящая Барбоскина. Я тоже в кино хочу на главную роль. Главную роль может сыграть лишь одна единственная. Вот значит, я и буду этой одной единственной. Ой-ой-ой, да ты еще на горшок не отучилась ходить. В этом мое преимущество. Я моложе. А я красивее. Ну, это мы еще посмотрим. Говорила? Ага, роль Бабы-Яги. А ты грязнуля. Такие в кино вообще не берут. Где мое новое платье? Не то. Ой, ужас. У меня тоже новое платье есть. Не то. Да где же оно? Это, между прочим, мое платье. А ты мне сама его отдала, когда оно тебе мало стало. А теперь назад забираю, быстро снимай. А ты мамины бусы снимай. Она тебе их брать не разрешала. А ты мамин браслет нацепила. Снимай! Ой, кто-то пришел. Я все маме ему скажу. А мама и так знает, что я красивее. Я красивее. И роль в кино будет моя. Вот и не будет. Будет моя. Малыш, открой дверь. Не видишь, мы заняты. Моя. Моя. Все равно я красивее. Простите, я Брэд Питбул. Первый раз в ваш город. Я из Кацкина студия. Немножечко заблуждаться. Ух ты, пух ты. А я вас в журнале видел. Но мама с папой мне не разрешают с чужими разговаривать. А вообще, сестренка, мы обе хороши. В смысле, красавицы. Ага, хоть куда. Главное, судьбу свою не упустить. А? Бум-бум, шакатака. Роза, а пошли в кино? Нет, лучше так. Роза, может, в кино? Роза, а пойдем сегодня в кино? Или Роза? Вот это да! Ага, минуточку. Привет, Тимоха. Дружок дома, проходи. Ага, слушай. Да ты что? Привет. Привет, Тимоха. Дружок, вот, например, у меня есть друг. И мне, то есть ему, ну, этому другу, нравится одна девочка. Она не обращает на моего друга никакого внимания. Ну вот что ему делать? Тимоха, а твой друг случайно не в кепке ходит? Ну, в кепке. А его случайно не Тимоха зовут? Передай своему другу, девчонкам нравятся крутые и модные парни. А сегодня в моде рэп. Стань крутым МС. Девчонки все твои. Йо! О? Ой, да ты что? А он что? А ты? Вот это да! Я парень крутой, модный такой. Зовут Тимоха, накачан неплохо. Девчонки за мной бегут толпой. Я слушаю.
Да. Не может быть! Ё, сестричка, как дела? А у меня как сажа бела! Я не унываю никогда! С Тимохи все как с гуся вода! Можно потише, а? Даже по телефону спокойно поговорить не могу. Йоу! Ой! Тимоха, все будет нормально! Ну не любит она рэп! Кто ж знал-то? О, сейчас выясним, чем увлекается моя сестренка. Тимоха, все в твоих руках! Ты наполняешь мою жизнь, ангел мой. Я буду петь тебе вечно, будь со мной. Тимоха, ну ты красавец! Будь я Роской, не устоял бы! Ну что, порядок? Не уверен. А знаешь что? Она постоянно мексиканские сериалы смотрит. Не оторвать! Может, ей мексиканцы нравятся, а? О, сеньорита, ля мор, ля белла. Бум-бум, шакатака, бум-бум, шакатака. Брависсимо! Брависсимо! Это точно сработает! А он что? А ты? Ага. Вот это да! Что? Давай. Какие мне парни нравятся? Даже не знаю. Главное, чтобы не строили из себя ничего. Нравится, чтобы парень, ну, просто был самим собой. Да. Самим собой, самим собой, самим собой. Вот тебе и бум-бум с шакатакой. А, Тимоха, привет! Роза, пойдем в кино? Пойдем, конечно. Звезда. Так, начинаем запись. Ромашка, ромашка, белый лепесток, в волосах кудряшка, воздуха глоток. Чтобы петь, нужно учиться. Если, конечно, хочешь стать звездой, а не дылкой в бублике. Лизонька, для звезды главное внешность, а голос мне Генка сделает. Минуточку, это не так быстро. Ага, готово. Ромашка, ромашка, белый лепесток, в волосах кудряшка, воздуха глоток. Ромашка, ромашка, белые цветы. Роза, ты проснулась знаменитой. Она еще не проснулась. После обеда приходи. Твой клип, вернее наш клип, произвел фурор. Интернет трещит. 5000 просмотров за сутки. Это триумф технической мысли. Ну и твоей красоты, конечно. Это же совсем новая жизнь. Если меня кто спросит, я автографы раздаю. Лизка, а ты помой посуду и пропылесось ковер. Чего это? Сегодня твоя очередь. Звезды уборку не делают. Их задача — одаривать мир своим сиянием. Я вас выведу на чистую воду. Пусть все услышат, как ты поешь на самом деле. В
козочка, поклонникам не терпится услышать твой неповторимый голосок. Уж прости, но я всем сообщила, что ты сейчас будешь петь по интернету. В прямом эфире Генка не сможет исправлять твой голос, так что придется тебе петь самой, без всяких там технических штучек. Поклонники ждут. Ну, Лизка, это она специально. Не вижу ничего страшного. Для науки нет ничего невозможного. У меня есть запись твоего волшебного голоса. Я включу диск, а ты будешь только открывать рот. Ну, это мы еще посмотрим. Так-так. Так. Это сюда. Угу. И вот так. Ага. Я так и знала, что ты будешь крутиться под ногами. Петь под фонограмму – это надувательство! А как тебе это? Ты о ней всю жизнь мечтала, а? Она твоя, если ты, конечно, не будешь мне мешать. Вот и умничка. А теперь брысь отсюда! Приветствую вас, дорогие мои! Сегодня незабываемый день! Я буду петь для вас! Ромашка, ромашка, белый лепесток! Научиться петь и стать звездой. Хочешь, я тебе дам уроки вокала? Роза, твой рейтинг взлетел до небес. Ты открыла новое направление в музыке и смесь попсы и панка. Поп-панка. Это войдет в историю шоу-бизнеса. Ничего ты не понимаешь в современной музыке, зануда. Но если будешь хорошей девочкой, я так и быть, научу тебя петь по-настоящему.